Родина знает. Какие уроки великих реформ Александра II актуальны сегодня? Главные деяния царя-освободителя, родившегося 200 лет назад. Заслуживает ли убийца гуманности? Императрица Елизавета Петровна первая официально отменила смертную казнь в России. Чем стал для всех нас фильм «Три тополя на Плющихе»? Любимая кинокартина нескольких поколений вышла на экраны полвека назад. Исторический и научно-популярный журнал «Родина». Подписка на сайте rg.ru и в отделениях связи. Возрастная категория 12+.